Ну, сбор прошел достаточно так продуктивно. Мы поработали немного со стандартными, с выходом из-под прессинга. В принципе, что нам и предложила сборная Португалии сегодня. Подготовились к этим матчам. Конечно, видно было немножко, что физическое состояние не в оптимальной форме. Ну, не в оптимальном было у нас. И отсюда немножко были вот эти ошибки, где-то неточные передачи. Но поработали хорошо, все подготовились. Это наши первые игры были, сборной сезона. Поэтому работаем дальше, готовимся. Впереди очень много игр и не так много времени. Поэтому готовимся, работаем. Но больше в сборной Сергей Леонидович меня использует как в роли защитника больше. Поэтому для меня, конечно, важную роль играло где-то подчищать, помогать, начинать атаки, развивать их. И, конечно же, играть против более массивных людей, то есть столбов. У Португалии достаточно много их, и в принципе с ними справился. Да, только сегодня допустил небольшую ошибку, там с дальней штанги чуть-чуть не успел. Но в целом в конце при 5-4 хорошо оборонялся. Но думаю, на четверку сыграл свой матч. Но действительно, Рикардиньо очень сильный игрок. Я с ним впервые играю, и даже видно по ребятам, что все равно опасается, потому что игрок очень резкий, очень быстрый. И он показал, на что он способен, он очень много обыгрывает, очень много времени проводит на площадке, и от него всегда исходит угроза, поэтому с ним предельно тяжело играть, и только концентрация и работать на ногах с ними.